На нашем празднике гости есть. Всем гостям хвала и честь. Слово им сейчас дадим и представить вам хотим. Депутат Совета депутатов городского округа Красногорск Шадриков Илья Сергеевич. Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые выпускники. Вы это прилетели в школьные годы, наверное, школьные приключения. У кого-то 9 лет, у кого-то... Самое главное, я желаю, чтобы вы определились, кем вы хотите стать, несмотря на что шли к своей цели. Есть очень хорошие слова, я постоянно их люблю говорить. Образование – это то, когда вы забыли все, чему вас обучали в школе, поэтому помните годы, которые вы приобретали именно здание. Огромное спасибо всем учителям и родителям, которые вкладывали в наших детей. С точки зрения депутатства, я из бюджета, получается, каждому депутату выделяется бюджет, 400 тысяч выделяем на нужды школы в следующем году. И так, пользуясь случаем, всегда люблю говорить, не забывайте заниматься спортом. Элементарная зарядка, начиная, заканчивая каким-то профессиональным видом спорта, всегда мотивирует. Между прочим, всех жду 30 мая в ДК Подмосковья, сборная России против сборной Московской области. Встретиться по рукопашному бою, вход на все мероприятия аэропорта свободный. Билеты можно получить в кассах ДК Подмосковья, либо совместно в клубе аэропорт. Еще раз всех с праздником!